И нет времени объяснять. С вами Нация, Маша. Поздоровайся за меня тоже. Йо. И мы продолжаем поймай всех. И даже Маша не знает, каких покемонов мы сегодня будем качать. Но вот она уже, конечно, знает, что это... Картошка меня убил. Ой, все, меня убили. Ой, все, не то поставил, я ушел. В общем-то, Маша даже не знает, каких покемонов будем качать, но как раз вы уже видите, что мы на Victory Road, значит, мы будем это прокачивать какого-то покемона в здоровье. И это будет... Сегодня выбор пал на Вината. Наш ас скоро станет бабафэ. Вот. Продолжим. Откуда ты тут вообще жук вывалился? Что жук делает на пляже? Ты что это пляж? Без понятия, что жук делает на пляже. Нет, не стоит жука. Вот это, короче, значит, эмоциональный комментарий игры в Animal Crossing, или как она там называется. Я прям перетайм. Нет, блин, перетайм, что? В общем, все. У нас есть первый покемон этой серии. Смотри, тоже можешь. Он выучил контру. Прям как у Баффи. Опа. Опа, неожиданно. Так, ладно. Ас хочет выучить зеркальце. Зеркальце. Давай посмотрим. Плевать, что не буду его никогда использовать. Что, у меня такая же логика. Я всегда потом лучше умение, ни разу их не использую. Да, да, да. Я не помню, говорил ли ты это на камеру. Не, бис не буду. Нахрен бис, лучше зеркальце. Еще страж какой-то, ребята, что такое страж. Страж, если сейфгард, то он самый фиговый. Да. А судьба, так. Судьба. Смотрим. Что такое судьба? Если вас вырубят, то и врагу не устоять. Ну да, Destiny, вот Destiny нот. Вместо шарма. Шарм фигня. Давай. Ас выучил судьба. Ну что, он вылазит. Кстати, если кто не знает, война, то помимо того, что вылупить лица, можно еще словить на острове, не помню каком. Вроде не... острове Диоксиса. Миражном, а не на острове Диоксиса. А Миражный остров, это остров кого? Около Пацифик Лога. Это остров этого, как его? Винята. Там только... Виглитафа? Нет, там только Винята. Какой нафиг Виглитаф, тупой? Там вроде Шани Виглитаф. Черт, ты сейчас вообще поломаешь все мое при это. Все мое представление о Миражном острове, успокойся. Ты что, я не думал, что там какой-то Шайни Виглитаф? Какой дебил вообще запихнет Шайни Виглитафа на остров? Ну, не знаю, может он там живет с этими свойнатами. У них там все на вето начинается. Кстати, мы в Покедексе не прочитали. Опять будем мотать долго. Пофигу. Плевать. Может, серч используешь? А не найдет. Потому что этот... как его? Баба Фетт, он на W. А тут W, это вообще непонятно какая буква. То есть если сделали перевод, то сделали через зад? Да. А тут нет какого-нибудь там поиска по типам? Например, только психические? Да, все мы его сейчас уже найдем, не боись. Вот тут был. Вот, все. Во буфет. Во буфет. Во буфет терпит атаки врага, но сам не атакует. Но лишь до тех пор, пока ему не наступят на хвост. Покемон сразу же атакует, используя свое умение. Судьба. Кстати, я помню, однажды нарисовал буфет. Это был самый красивый покемон, который я нарисовал. Что, наверное, один из самых простых покемонов. Да, все. Знаешь, я хочу, чтобы ты нарисовал у него Соль Кейв. Так, в следующем мы будем ловить Сноу Ранта. Из Фила. У тебя есть Фил? Из Фила? Сфил, я не знаю. Если нет Сфил, то поймаем из Фила. Ну, не станет. Потому что я вот хотел тебя вот серьезно спросить такую вещь. А вот они, получается, альтернативные, да? То есть это не тот именно... Коин, который подворенный Коина, да? А вот мне интересно, какой из них настоящий? Чувак, оба Коина настоящие, просто они не... в разных таймлайнах. Таймлайнах?
Слушай, а где шарды? Почему у нас нет ни одного шарда? Где шарды? Я паниковать сейчас начну. Почему у нас нет одного шарда? У меня было дохрена уже шардов в Эмеральде к этому времени. Там вроде вот в одной из пещер можно найти много шардов. Эти же шарды, они же меняются на эти, на... Они же меняются на... Камни. Да, на камни. Я порыл под это, я прорыл под воду, мне пофигу. Ничего не знаю, прорыл под воду. Я иду дай в пещеру. Мне это тоже нормально. Я плыву под камень. Кого я возьму? Я возьму картошку. Блин, я проспойлерил, что у меня есть за это НАТО. Хотя кого я его проспойлерил? Я уже его ловил. Да ничего ты не проспойлерил. Ой. Такой, Глеб, ой. А, нет, меня не в своей зоне. Ты вообще сейчас не в ту сторону плывешь. Почему? Шел Киев к северу от Моздипа. Давай посмотрим. Я просто обогнул бы огромный камень. Я не знаю, где я. Покебол! Желтая! Тандерстония! Как тебе сказать? Может быть... Все, я камень грома получил. Смотрите, у меня есть камень грома. Теперь могу сволочь двух Пикачу, но я не буду этого делать. Я даже сохранюсь. Теперь вы знаете, где получить желтый шар. Спасибо Глебу. Глебушке. Который искал шел в кейф. А не бог. Так, вот это сюда получится, да? Что-то лагать начало. Пофигу. Ой, морячок. Давай с тобой. Эй, Юнга, я не выиграл. Так, делаем мини-паузу, мне нужно полечиться. Мы продолжаем, я даже... Ой. Ким, Ирис и Ким. Школьницы Ким и Ирис хотят сразиться. Вы выбрали не тех врагов, друзья. Все, я всех победил. Ничего не знаю. Это было быстро очень. Все, вот мы в пещерке. Ну это же типа оригинал поколения. Оригинал продающий. Продающий оригинал. Do not steal. Не, ну как бы вот смотри, тут водичка. Мне это напрягать начинает. Я как бы хотеть на Уранта. Они просто так сюда приперся, чтобы порыбачить. Да ты эту штуку от айтемов обчистил. Фил! Пацаны, фил! Ой, все, ловим. Ой, все. Ничей, подождите. Так, ладно, продолжаем. Ой, зачем я чуть его не убил? Какой убил? У меня 20 траболов, слушай, может не хватит. И вот, с первого раза мы поймали нового покемона, Сфила. Сфил. Чувак, угомонись. Я так, когда Фибуса увидела, не кричала. У Сфила шаровидное тело. И передвигаясь, он как катится, как шар. В сезон плавающих льдин можно увидеть покемона, перекатывающего по льдину, пересекая море. Хотите дать кличку своему Сфилу? Да! Да! Ты назовешь его Сфил? А? Ты называешь Сфила Сфил? Подожди, я вспомню, как эта игра называлась, когда я, которая в детстве очень любил. Все, я назвал так, как хотел. А тем временем мы продолжаем поиски входов в пещеру. В общем-то, друзья, это просто что-то неизвестное. Я не знаю, как я это сделал. Блин, дебильный. Когда триал клок ивенты. Иди в попу, зубат. Все. Ненавижу триал клок ивенты. В общем, люди,
Для тех, кто не знает, как это сделать, тут нужно, короче, время менять. Да. Они появляются в разное время. Чего вы на меня все нападаете? Все нападают. Нападают, гады. Ты такой популярный, на тебя все нападают. Я жить хотел. Но вообще-то мы продолжаем путешествие по пещере. Я, короче, буду по кругу бегать, это же так весело. Мы бежим! Я не знаю, как скайп так лаганул, но это что-то огонь. Бежим! Ей! Сноунд! Да, значит он тут есть. Ну значит мы можем его поймать. Так как у нас неограниченное количество шагов, то я думаю. Секунду. Авар пробеж. О! Первый гол. Как надо. Та-та-та-та-та-та-та. Танцуем гангста рэп. Что значит танцуем гангста рэп? Ура, Снорунд был пойман. Снорунд будет добавлен в покедекс. Снорунд может жить, питаясь снегом и льдом. По легенде, если ваш дом посетит этот покемон, то он будет процветать много поколений. Слушай, у меня появилась отдельная кличка. Отдельная кличка, отличная кличка. Процветан. Процветель. Ну, процветатель должно было быть, но я не могу это сделать никак. Что ж, мы поймали третьего покемона этой серии. Сейчас перед Машей станет очень сложный выбор. И, в общем-то, друзья, следующим покемоном будет Скармери, которого я не поймал. Дебил. В общем-то, и... Он находится вот именно тут, как мне говорит база данных по покемонам, да. Именно тут он находится. И мы будем его здесь ловить. Вот. Все, я умер. Блин. Да похуй, ну, на президента, он уже 30 уровня, пора дать покачаться какой-нибудь картошке. Картошка может вы... Опа! Пацаны, неожиданно наш фаркастер развился в уровне. Почему, пацаны? Все люди. И у нас появился Гзат. Не надо было давать ему экспешер. Ну вот, у нас есть Гзат. Вот, даже почитаю вот. Вот он. Обычно Гзату стоит и весь день смотрит на солнце. Некоторые люди чтят его как мистического покемона. И по их поверью, он обладает силой предвидения. Вот так вот. Цените Гзату, друзья мои. По крайней мере, уже прошло. Да! Да! Чё кричишь? Чё кричишь? Ты не видишь? Вижу, чё кричишь? Ах ты ж клёбаная птица! Курица! Иди в свой покебол, тварь! Сейчас он еще не поймается. Ах, ты ж выбрался, да? Так, друзья, вы кофе я сохранюсь. Я не знаю, зачем я сохраняюсь, но я сохранился. Он даже не крутится! Слышь, ты крутись, а? Крутись! Гнида.
пускай мы маленький шанс поимки. Ну давай ловить. Та-да. А сейчас ты будешь кричать? Пользуясь случаем, хочу проверить свой кошелек и мани. Пожалуйста, скиньтесь мне на лечение в больнице, потому что мои нервы не выдерживают. Да все хорошо будет. Ты же у нас... Ладно, все. Покемон мастер. Стальные крылья Скармори изнашиваются от частых сражений и портятся. Но каждый год испорченные крылья отрастают снова, и лезвия на них приобретают былую форму. К слову, у меня нету кошелька Бимани, так что никто мне не сможет скинуться. Так заведи. Зачем? Чтоб тебе скидывались на лечение. Так, куда идем? Раз пять, сейвнусь. Все. Куда идем? Уйдем дальше. И, в общем-то, как бы серия подошла к концу. Я выпил, как их там, противонервозные, как нервоуспокаивающие таблетки. Да. Противонервозные, это что-то звучало очень огонь. В общем, сегодня с вами, как обычно, были я, Нацер и Маша. Хоу-хоу-хоу, до свидания. Да.